происходит? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня, друзья, мы будем с вами смотреть проклятую серию фильма «Барби Экзе», которую вы не увидите нигде, кроме как на моем канале. Перед началом обязательно подпишись на мой канал, сделай красную кнопку серой, нажми колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео, а также напиши самый крутой комментарий, потому что он обязательно попадет в мое видео, как этот комментарий. Друзья, сейчас на часах 3 часа ночи, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И мы с вами уже готовы к просмотру этой части, этого фильма «Проклятого Экзе». Я небольшую предысторию расскажу. Вышел в Америке американский фильм про Барби, вот. У нас в России его не показывают, но я уже сняла пару роликов на эту тему. Я заказала Барби Экзе из Макдональдса, Happy Meal. Мои американские друзья прислали мне его прямо из Америки. Там была полная жесть, так что если вы пропустили это видео, обязательно посмотрите его. Ссылку оставлю в описании. А также, ребята, еще я заказывала зелье Барби Экзе и тоже его пила. Была полная жуть. Все эти два видео вы можете посмотреть на моем канале, ребята. То, что происходило с этой Барби, уже, в принципе, понятно. В общем, она оказалась живой. Сейчас мы ее обезвредили, но все равно она какая-то странноватая. Все равно какая-то магия есть. Ладно, у меня уже готов, ребята, к просмотру фильм «Барби Экзе». И с вас лайк, и мы начали. Ребята, вот Барби идет, снимает свои красивые... Вы видели? Вы видели? Там что-то произошло. Рядом с ней. Кто это рядом с ней? Офигеть, ребята, все в каких-то помехах, очень тяжело. Вы слышите этот звук? Что это было? Помоги, я не расслышала, ребят, по-моему, кто-то в этом видео просит о помощи, вы слышите? Они зажигательно танцуют там, что-то происходит непонятное, ребята, постоянно портится это видео, и какие-то страшные, какие-то тени происходят. Что-то с главной героиней Барби. Опять что-то происходит, ребята. Они все какие-то напуганные. Это просто жесть. Я опять слышу это слово. Помоги. Ребята, я не пойму, это с видео или это где-то рядом здесь? Господи, боже мой. Что у них происходит? Что там за... Офигеть. А это что, ребята? Вот черт. Так, они куда-то попадают, перемещаются. И я везде вижу какое-то странное существо. Типа дьявола или монстра. Что происходит с их лицами? Они какие-то непонятные формы. Вы видите, что с ними происходит? Они все какие-то перекрюченные, переуроченные. Что это за серия? Барби, Кен очень страшные. Они очень жутко выглядят. Не так, как в настоящем кино. Они совсем некрасивые, ребята. Они очень жуткие. И вся эта кинопленка очень-очень жуткая, ребята. Что? Что это было? Жесть! Вы видели эту надпись в конце видео? Очуметь! Такого поворота событий я не ожидала. Тот, кто посмотрит это видео в 3 часа ночи, будет проклят. Барби Экзе. Охренеть. Что это, Дим, ты слышишь? Блин, ребята. Походу, я проклята. Черт, зачем я посмотрела это видео, блинский? Что теперь будет? Ладно, может быть, обратимся к доске для вызова духов. Ребята, поддержите. Меня прямо-таки колотит. Офигеть. Я не думала, что если я посмотрю это видео, я буду проклята. Ладно, придется провести спиритический сеанс, чтобы узнать, есть ли тут какие-то духи или нет. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Если ты здесь, отзовись. Если ты здесь, отзовись. Барби Экзе, это ты? Да, Дим, черт. Что ты хочешь? Она что-то пишет. Черт. Игра. Игра. Играть. Играть? Блин, офигеть. А во что играть? Во что? Что нужно делать? Барби Экзе, что нужно делать? И щи. Черт. Ладно, прощай. Мне нужно что-то искать.
А что искать, я понятия не имею, ребят. Это просто какая-то жесть. Ладно, сейчас я включу фонарик, так как уже поздно, ребят. Ни хрена не видно, если честно. Что мне нужно искать? Я не понимаю. Дим, походу мне придется уйти в потусторонний мир. Я ни черта не понимаю здесь. Придется провести, ребята, самый опасный обряд. Сейчас я отделюсь от своего тела и уйду в потусторонний мир. Камеры будут снимать мое живое тело здесь. Но я буду ходить в потустороннем мире. Я буду слушать голос, который будет подсказывать мне, что нужно делать. Так, Дим, идем. Проведем обряд прямо здесь. Так, мне нужно... Дим, мне нужно чем-то очертить круг. Поможешь мне, Дим? Подожди, что ты молчишь? Я думаю. Мне нужно чем-то очертить круг. Может быть, лопатой? Лопатой. Или какой-нибудь... Подожди, а если взять соль? Хорошо, соль, давай. Ну крути. Мне просто нужен круг защитный. Я встану сюда. Здесь защитный круг. Ок. Все. Гуч, я знаю, что это опасно. Но мне нужно это сделать. Я должна пройти игру. Барби Экзе. После просмотра фильма. Чтобы снять проклятие. Ребята, вы не представляете, как мне страшно. Но я должна это сделать. Небесные силы. Силы земли. Прошу вас, дайте мне сил. Откройте врата. Впустите меня. Я ваша раба. Откройте врата. Черт, ребята, Ирина ушла в потусторонний мир. Теперь нужно быть очень осторожным. Смотрите, что она делает. Непонятно. Она куда-то идет. Смотрите, что мне нужно искать. Что мне нужно искать? Открой. Кукла. Она ищет куклу. Кукла. Какую-то куклу. Наверное, Барби. Тебе нужна кукла. Я должна найти куклу. Здесь все темно. Я в темноте. Дима, ты слышишь меня? Я тебя слышу. Слышу я тебя. Здесь темно. Я должна отыскать куклу Барби, чтобы снять проклятие. Скажи мне, куда мне идти? Вокруг темно, я не понимаю, куда мне идти. Я сам не знаю. Тебя ведет где кто-то. Мне искать. Что-то впереди. Я чувствую, что это что-то там. Что впереди, Дим? Впереди какая-то тропа. Тропа? Нам туда. Нам нужно туда, Дим. По этой тропе. Ужасная тропа. Тропа смерти. Тропа монстров. Здесь жутко, холодно, страшно. Пахнет гнилью. И я чувствую, она где-то рядом. Она где-то здесь. Где ты? Где ты? Помоги мне найти тебя! Кто здесь? Кто здесь? Ее охраняют. Ее просто так не отдадут. Злые духи здесь. Их так много. Они убивают меня. А что происходит? Что? Она где-то здесь. Она где-то здесь. Она где-то здесь. Вот она. Дима, я вижу ее. Не может быть. Я вижу ее. Черт! Я нашла ее.
Быстро, быстро возвращаемся в круг. Быстро возвращаемся в круг. Меня кто-то держит, Дима! Помоги! Помоги! Я не вижу, кто тебя держит! Не знаю! Я не могу тебе помочь! Что происходит? Отпусти меня! Кто-то затягивает меня в потусторонний мир! Помоги мне, пожалуйста! Помоги! Давай руки! Черт! Бежим скорее! Бежим скорее! Они гонятся сзади! Зажжи глаза! Они сзади! Кукла! Кукла! Проклята! Освободи меня! Освободи меня от проклятия! Скорее! Скорее! Она держит меня! Такое ощущение, что она весит, как целая машина! Ее удерживают по душам! Очень тяжело. Отстаньте от меня. Я не справлюсь. Я больше не могу. Нужно провести обряд. Нужно провести обряд. Нужно снять проклятие. Силы неба, силы земли, уйдите. Силы неба, силы земли, она говорит. Силы неба, силы земли. Она разговаривает. Моя бэби, моя кукла. Я чуть не погубила тебя. Что ты творишь? Что ты делаешь? Это же моя дочь. Это же мой ребенок. Что ты творишь? Зачем ты хочешь ее убить? Ты мерзкий, мерзкий Кен. Моя маленькая девочка. Дима! Дима! Дима, помоги! В меня кто-то вселился! В меня вселилась Барби Экзе! Чем черт, тебе помог? Я не знаю! О, Господи! Проклятая кукла! Вытащи меня из этого мира! Вытащи меня из этого мира! Силами неба и земли! Я заклинаю вас, закройте портал! Выпустите меня силами неба и земли! Я заклинаю вас, закройте портал! Выпустите меня! Кукла! Она здесь! Слава Богу! Слава Богу, эта кукла здесь! Она проклята! Она затянет нас в черную дыру! В черную дыру! Нерушимый круг! Круг должен быть замкнут! Круг должен быть закрыт. И отсюда она не сможет выбраться. Что сделать с этой куклой, я не знаю. Но мы обязательно что-то придумаем. Что будет дальше, увидите совсем скоро. Подпишись, поставь лайк. Всем страшной ночи. Пока.